Всем привет, меня зовут Дмитрий Леваков, я из Москвы, мне 21 год и я профессиональный спидкубер. Я с детства занимаюсь футболом. В 2010 году я начал свою карьеру футбольного фристайлера. И однажды на тренировке я увидел, как парень собирает кубик Рубика. Меня это очень сильно заинтересовало, и после этого я купил настоящий кубик Рубика и начал его собирать. Кубик я собираю в среднем по 2 часа в день, это где-то 150-200 сборок. Очень много знакомых я приобрел и с кубингом, и с фристайлом. Недавно отгремел чемпионат мира в России, и в Москве я как футбольный фристайлер очень часто выступал на разных мероприятиях. Мне было очень приятно, что те люди, на которых ты в детстве смотрел, которыми ты восхищался, сейчас уже смотрят на тебя и восхищаются тобой. Мама не верит мне, что кубинг и футбольный фристайл – это не просто хобби, это моя жизнь, и то, что это может стать профессиональной деятельностью, на которой можно зарабатывать деньги и жить при этом счастливым человеком.